Сегодняшняя тема. Чем ближе Новый год, тем активнее модницы начинают разбирать свой гардероб, стараясь избавиться от всего, что может сделать их образ несовременным. Мы проследили за последними веяниями фэшн-индустрии, изучили свежие коллекции топовых дизайнеров, пролистали снимки звезд стрит-стайла и проанализировали, какие модные тренды безнадежно устарели. Следовать им в новом году точно не рекомендуем, оставляем в 2020-м. А в галерее читай про 10 главных вещей будущего года, которые стоит купить уже сейчас. Этот суперпопулярный тренд начал сдавать позиции еще в середине 2020 года, а к его завершению совсем затух. В первозданном виде они поднадоели, так что окончательно остаются в уходящем году. Но не расстраиваемся и встречаем все те же бананки, только теперь для носки на плече. Альтернативой поясным сумкам могут стать еще и микросумочки, которые можно надевать на себя в качестве украшений, или миниатюрные ручные сумки, которые очень хороши для вечерних образов. Этот аксессуар родом из 2000-х, погружающий нас в ностальгию по серии фильмов «Матрица» последние пару лет был неотъемлемой частью образов многих модниц. С ними не расставались Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Риана, Эмили Ратаковски, Лена Темникова и другие звезды. Но спортивный футуризм больше не в тренде, куда популярнее теперь стиль 70-х с моделями очков, закрывающих половину лица. Уж они-то идут всем. А об аксессуарах этой зимы читай под фото, в 90-х наши папы носили такое на даче, а пару лет назад стараниями бренда Balenciaga это вдруг стало писком городской моды. Их умудрялись сочетать даже с юбками и платьями, что выглядело попросту дико. Громадные, несуразные и полностью оправдывающие звание уродливой обуви, эти кроссовки просто не могли долго продержаться в трендах. Минимализм и любовь к классике победили, дизайнеры опомнились и стали создавать куда более изящные модели, которые уместны даже в женственных, утонченных образах. Об агли сникерс забываем, но расслабляться не стоит, уродливая мода позиции не сдает, а значит, нас ждет что-то новое. В 2020-м мы с радостью вспоминали 70-е, и джинсы-бананы сменили клиша. Тренд вернулся ненадолго, и так и останется в 2020-м, например, в клипе Little Big для Евровидения, которое так и не состоялось. Новый год – новый оттенок. В 2020-м Pantone пророчил нам спокойствие и умиротворение и сделал трендовым цветом глубокий синий. На 2021-й другие надежды, а значит, и другие цвета. Сразу два, желтый и серый. В отличие от других тенденций, синяя одежда точно не станет антитрендом, да и вряд ли даже напомнит 2020-й, как, например, клиша, так что и откладывать на дальние полки ее точно не нужно. А вот добавить в свой гардероб яркости, обратив внимание на желтый цвет, повод точно есть. Читай еще. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.